они включились наконец. Да, сразу было понятно по этому цветущему газону, что его поливают. Вечерняя Казань перед вами. И я в кои-то веки совершенно никуда не спешу, прям как Воланд. Но к этой теме, в целом к этой книге я отношусь более чем скептически, считаю, что это развлекательное, не больше. И вообще вот к этому. Но не могу не отметить, что очень хорош, конечно, Басилашвили. Этот фильм ругают. Но после Басилашвили я уже других Воландов просто воспринимать не могу. И так далее. Но о чем только что шла речь на моей встрече с другом. Угадай, что я сказал. Я сказал, что насколько я себя ощущаю умнее всех. И как я всевозможными способами, значит, проверяю свое окружение на их реакции, на, как говорится, на их понимание сути, на их некие человеческие качества. Ну, действительно, потому что я могу специально определенные вещи там говорить, провокационные. Ну, допустим, и проверить человека, как он на тему ханжества, на тему, в общем, этого самого да вот, взять хотя бы ханжество. Ханжество — это то, что к чему я больше всего не терпим. И, как говорится, ну, а все остальное мне свойственно. Говорил я еще про что? Говорил про то, что я избавился от гордости и от ревности, что является чистой правдой. Но на мою гордость до сих пор умудряется так наступить, что я огрызаюсь, могу огрызнуться до сих пор. Но я тебе скажу, что я абсолютно против огрызений на эту тему, понимаешь? Так, вот сейчас мне надо будет спуститься в переход, и тут у меня моя загрузочка приостановится. Вот, я хотел показать, посмотрите, вот это же правда классное здание. Оно новодел. Но просто его издалека видно, просто оно ласкает взгляд. Знаешь, что еще ласкает взгляд? В дворец в Царицыно. Я был сильно удивлен, что сам знаешь, что я вообще консерватор, куда-то лишний раз выйти, ну, точно так же, как и все. Как ты думаешь, ай, да я лучше у дома посплю и так далее. Но, в конце концов, я пошел и не пожалел. Но я был не один, естественно. Ну, в общем, сейчас мы выйдем из перехода. Все это я представляю себе. Я представляю себя ультрабогатым, ультрабедным. Я представляю себя в объятиях женщины, без них. Я представляю себя здоровым, больным. И да, интересное занятие. Понятно, что... Вот, кстати говоря, мне вот такую штуку подруга подарила. Для изготовления сахарной ваты. Так что, вот так. Так что женщина на определенном этапе, а иногда и на всех этапах, бывает, что хорошо ко мне относится. Очень даже. Ну вот, так что ладно, сейчас я не особо сильно спешу отсюда уходить, потому что там уже будет неинтересно снимать. А здесь пока что интересно, так что еще чуть-чуть здесь подзадержимся.